Сегодня кукольные театры всего мира отмечают профессиональный праздник – Международный день кукольника. Артистов Нерюнгринского театра «Актеры и куклы» праздник застал во время гастролей в Хангаласском районе. Подробности расскажет Виолетта Засимова. Видишь эти острые зубы? Вижу! Так что не травного мне! Отмечают Международный день кукольника ежегодно, начиная с 2003 года, и приходится он на 21 марта. В этот день работники Нерюнгринского театра «Актера и куклы» не берут выходной, а наоборот, с особым трепетом демонстрируют своим зрителям симбиоз кукольного представления и актерского мастерства. Ну, я думаю, наверное, все театры кукол отмечают одинаково праздник кукольника, работая. Вот завтра у нас тоже пройдут спектакли. Театр начал свое существование в 1985 году. В настоящее время в нем состоят 50 сотрудников, из них 15 – актерский состав. Все опытные кукловоды. Создают кукол для выступлений тут же. В театре действуют свои производственные цеха – швейный, бутафорский, столярный, а также звуковой и световой. Случай. Драматический актер взял в руки куклы и сказал: «Как вы так работаете? Какие вы молодцы, ребята! Столько труда, столько этого надо, сил надо!» Вот. И поэтому как-то с другой стороны я тоже горжусь, то что работаю кукольником. А интересно то, что мы оживляем предметы. Хангаласский улус театр приехал с кукольным спектаклем для детей «Вечер сказок». Это цикл поучительных сказок якутского поэта и писателя Ивана Коголева. В веселой игровой форме жизнерадостные девушка и юноша при помощи кукол рассказывают маленьким зрителям о том, почему заяц хвоста лишился, отчего трусость хуже глупости и почему зима длиннее, а лето короче. Понравился тебе спектакль? Угу. А тут же несколько было сказок. Какая из них тебе понравилась больше всего? «Зайчик». А что с ним было? Отрубили хвост и взяли себе. Ну расскажи, понравился тебе спектакль? Да. А какая сказка понравилась? Медведь и соболь. Смешно было? Весело? Да. Помимо детского кукольного спектакля, артисты театра «Актеры и куклы» из города Нерюнгри представят жителям столицы на сцене Сахатеатра драматический спектакль для взрослых «Победить или умереть» по пьесе Василия Харысхала. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский улус.